Добрый день, с вами новости Коломны. Так как наши томаты не хотели болеть фитофторой, нам пришлось их заразить. 19 июля мы инокулировали фитофтору на крайние растения теленок, создав искусственный фон. Через 5 дней были отмечены первые признаки заболевания в теленках. Материал для инокуляции был подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии. Как проходило заражение, мы сейчас посмотрим. Спустя неделю после инокуляции установилась вновь сухая и жаркая погода, тем самым немножко притормозив нам развитие заболевания в делянках. Но, тем не менее, спустя неделю мы видим, что фитофтора свое дело вполне себе делает. Типичные фитофторозные пятна.